Всем привет, привет. Я купила мясо, молока. Готовлю первое. Интересно. Таисия в школу собирается. Заделала себе кучеряшки. Да, дочь? Пойдешь, как эта кудряшка Сью. Красотка. Вот такой стиль у нее. Широкие штаны. Топик там, да, дочь? Да. И рубашечка. Вот так вот сейчас молодежь в школу ходит. О, а топ у нее белый. Я думала, белый, у нее черный. Нет, черный. Ясно. Все готово? Труду и обороне. Так, одна кошечка спит, вторая где-то там, наверное, скорее всего, в детской спальне. Так, а это у нас Аркадий завтракает, яичницу кушает. Приятного аппетита, сынок. Разбудила его пораньше, потому что сейчас будет уроки делать Аркадий. У него вторая смена, а Таисия сейчас выходит в школу уже. Вот наша рыжая белка. Да, белка? Шкодница сегодня надула в прихожке. Бессовестная такая. У нее, в общем, раз на раз не приходится. Она обычно у нас всегда в туалет ходит, но бывают погрешности. Да, белка? Вот как с тобой бороться, а, белка? Всем привет-привет! Начинаю свой новый влог, свой новый день. У нас сегодня пятница, 15 ноября. Настроение огонь, погода супер, солнышко наконец-то к нам пришло. И на улице довольно тепло, плюс 8 градусов. Сейчас вам покажу, как классно. Только посмотрите, как на улице чудесно. Солнышко, красота. Я сейчас иду в магазин, нужно купить кое-какие продукты. Я еще, честно говоря, не придумала, что готовить буду, но походу сообразу. Кто такой котиков кормит? Смотрите, какие красивенькие. Рыженький и такой вот рябенький. Рыжий, кстати, котик с ошейником. В общем, я иду в магазин Спар. Паре уже вовсю продают сладкие подарки новогодние, всяко разные, и цены. Так, еще вот такой стеллажик есть. Покажу. Мерси. Тохи. Так, Аленка. Вот эта коробочка конфет, такая интересная. Тут получается и конфеты, и сразу пазлы. Можно собрать. Да. А еще есть в продаже вот такой вот адвент-календарь. Разный. Типа щенячий патруль. И вот такой вот новогодний. Дед Морозом. Сколько стоит, не знаю. Пока еще. Ценник не нашла. Смотрите, какие симпатичные вкусные прянички Ламберт. 229 рублей. Шоколад Дед Мороз. 269 рублей. Так, маленькие по 129 рублей. Еще вот такие наборчики есть. Подарочные упаковочки. И Рафаэлла конфеты тоже разные цены. И все зависит от коробочки и грамма. Причем здесь Рафаэлла самая дешевая. Вышла я уже с магазина, купила мясо, молоко и больше ничего не брала. Такие цены, конечно, космические в Спаре. Но единственное, мне нравится там, что сделали
если ты рассчитываешься по безналу и по приложению Play, то там скидка идет 10%. Классно, очень удобно. И потом эти баллами можно рассчитываться, списывать их. А у нас уже вечер. Я нажарила оладушки на кефире. Дочь, ну-ка положи в тарелку, покажи, какие они. Или Максим, ты положи оладушек. Вот такие вот пышненькие получились. Надеюсь, что будут вкусненькие. Так, варенье, сметанка. Сейчас будем пить чай, кушать. Всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе с нами. Вот такой вот у нас вечерок сейчас будет. Поедим, а потом пойдем смотреть какую-нибудь киношку. Не знаю, либо ужастик, либо комедию. Посмотрим еще. Не придумали. Максим предлагает сериал. Не, сериал не будем. Лучше кино какое-нибудь интересное. Да? Офигенный сериал есть. Ой. Король Талса называется. Не, ну мы лучше кино посмотрим. Сериал-то сколько там? Серии 100? Две? Три? Можем посмотреть мелодраму какую-нибудь. 16 серий. О, не. Это все выходные будем смотреть. Ладно, буду, короче, тоже я пить вкусный кофеечек. Короче, будем общаться. Не общаться и кино смотреть. Правильно, кино буду смотреть сейчас. Короче, мы с Таисией подсели на передачу «Мужское-женское». Вот, в общем, ни одну серию не пропускаем. Если даже работаем, то смотрим потом уже в записи. Максима тоже подсадили. Тоже полюбил эту передачу. Ладно. Потому что другого ничего не включают. А, вот так вот. С добрым утром, друзья. У нас завтрак. Сегодня пожарила рыбную котлетку с яичницей и свежим огурчиком. Так, бутербродики у нас и бодрящий кофеечек. Так что всем, кто собрался кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. И огромный привет от Максима. И мамы. Мам, ты за кадром там. Скажи всем привет. Вот так вот. Провожаю мужа на работу. Сегодня он решил одеть шапку, потому что холодно на улице, да. Давай, пока-пока. Удачи тебе. Кошка тоже провожает. Ой, боже мой, собрались все. Все собрались. Все собрались. Китика, пошли домой. Кс-кс-кс-кс. Кити. Все, я дверь закрываю. Кс-кс-кс-кс. Кити, я дверь закрываю. Че, не пойдешь домой? Пошли домой. Чучундра. Давай. Кс-кс-кс-кс. Нет, тебе долго дает? Кити. Все, закрываю дверь. Все, пока-пока. Кити. Кс-кс-кс-кс. Кити. Кити, блин. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Давай домой быстро. Да еб стыдей. Иди домой, говорю. Иди домой. Чучундра. У нас уже суббота. Я проснулась с утра. Ну, вернее, как с утра. Проводила Максима на работу. Потом пошла, легла до 9 часов утра, поспала. И вот проснулась и готовлю первое. Здесь у меня будет супчик куриный с вермишелькой. Так, я, кстати, к этому супчику зажарку приготовила морковку. А здесь в казанчике у меня готовится мяско. Будет плов. Кстати, вчера я купила большой такой кусман свиной лопатки. Часть я порезала на плов, а вторую часть, такая, знаете, она была жирком. Я решила ее в мясорубке перекрутить, расфасую по пакетикам и отправлю в морозильную камеру. А там уже можно будет либо супчик когда-нибудь приготовить с фрикадельками, либо сделать макароны по-флотски. В общем, делаю такую небольшую заготовочку. Супчик у меня готов. Смотрите, какой наваристый получился.
мясистый, наваристый. Так. И плов тоже у меня уже готов. Вот такой с пожару. Горяченький. Муж приедет и буду кормить. Дети пока у меня еще спят. Максимка на подходе уже. Скоро уже завершит свою работу и домой приедет. Вон машина, Максим едет, мой муж. Дом проезжает. Вот он, любимый поехал. Я уже помыла посуду. Мясорубку разобрала, помыла. Сейчас уберу все в коробку. И наверх. А еще я решила отварить свеклу. Очень уже захотелось салатика с майонезиком, с чесночком. Я еще вчера хотела, но лень было. Поэтому сегодня варю. Хочу вам показать, какая сегодня в Калининграде у нас погода. На улице пасмурно, ветрено. Периодически идет дождик. Но знаете, мне нужно идти в магазин, я не хочу выходить вообще с дому. Такая мерзко-пакостная. У нас вечерний сеанс. Смотрим кинцо. О, киська тут с нами сидит. Кс-к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 с. Китает. Смотрим мелодрамку. Интересную. На этом я свое видео буду заканчивать. Всем спасибо, что были с нами, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам удачи, хорошего настроения, мира, добра и всего самого хорошего. Всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео.